Вот мы и на даче. Смотрите, что жгут. Приехали свежим воздухом подышать. Вон откуда жгут. Ужас. Это кто ж так жгет? Это что такое? Это откуда такой дым-то, а? Нифига себе, баню топят. Нам все раздули. Шмон навожу. Приехал. Пенсию получили мы сегодня. Раньше срока. Сразу в магнит зашли. Купила себе кофе. Закончился у меня. Зерна. Белочку, семечки. Три сырка. Колбаску докторскую купили. Хотим завтра окрошку сделать. Сыр. Лаваш. Курочка у меня есть. Надо вытащить. Вот купили вот такую штуку попробовать. Бекон баварский. Димуське маленькую бутылочку купила. Пепси. Соль. Бондюэль кукурузка. Это я привезла свое повидло. Повидло. Вот такие покупки были в магните. И то вроде, знаете, хлеб. Купили тут батон. Да вот пулковский такой хлеб, да батончик. И вот это все на 1200. На 1200. Колбаса, сыр, кофе. И все. Что-то так вот на 1200. Даже не знаю. Даже не знаю, за что. А мы пошли на пляж опять. Мы приехали с зятем. Саша уехал в город. Повез заловки. Ведро помидоров и ведро перцев. Пусть работает, Люба. Давай, работай. Теперь ты. У меня в избытке уже. Пока еще теплая погода. Хотим искупаться. Я искупалась в Ельзеопольде. Ну, я говорю, сначала Степана Разина. Прибьет. По левую сторону. Потом дальше по левую сторону будет наш пляж, который там у нас. Слушай, а если меня дальше вот так будет тянуть, а там коряги? А там до городского недалеко. Выплывешь? Я не пойду. Там коряги. Передумала? Коряги. А против течения, смотри, я на месте стою. Да ладно. Вообще не плыву, да? Плыви так же, как ты мне объясняла. Берегу. Вот в бок только выплывать. Вот только в бок, да. Ну никак, если против это... течения никак. Очень много сил, чтобы выплыть против течения. И земля под ногами горела. Мальчишки все такие. Они до самой старости дети, да? 40 лет мы еще. Ну-ка, проходи давай. Фигуру красивую сделай. А вот это оставлю точно. О, боги. Это что был? Я через тебя не перееду. Что там, коряга, что ли? А? Ты коряга приехал, вся спина вся в песке. Я не закапаю, так не найдешь. Ой, вот, мы же в бассейн ходим, я плаваю. Я здесь боюсь, потонула. Я где течение, я там не плаваю. Утром он, раньше мы делали это самое. У нас был трамплин такой. Там глубоко потому что было. Мы разбегались, такие сальки прыгали. Она на якоре стоит, ее течение не сносит. Бабки купаются, молодежь на берегу. А? Я такое? Боюсь тебя. Да я не буду тебя трогать уже, Дима. Если ты сам не хочешь, убраться. Надежда, как папка, давай. Как папка?
как в романтических фильмах, он бежит по берегу пляжа. А вот здесь водичка такая теплая. Дим. Этим бегает, тут сидел, попить. Дим, пошли, побежим. Ага, что ты меня за ногу утянула. Не буду я тебя трогать. Если ты сам не хочешь играться, не надо, зачем мне? Я запомнил. Ложись, как я. Ой, тут правда прям вообще горячая вода около берега. Пошли ко мне поближе. Мне руки мои, я не трогаю тебя. Вот. Смотрите сюда. Сейчас еще мамка к вам подплывет. И все, вы. Давай нас фоточку. Только поближе. Дениска, давай подгребай тоже. А меня в шляпе не видно. Я сяду сейчас. А так ты похожа на Атоса. Ой, еще и стрекозка сейчас на тебя сядет. Ой, сейчас. Улыбайся. Приехал Саша двоюродный брат. А? Из Похвы с него. Откуда Шарал. Старый Аманак? Угу. Потому что мне человек один написал, говорит, а я там тоже живу в Старом Аманаке. Правда, когда вот, хотите, да. В общем, привет вас вам из севера, из Похвистого города, из Аманакской области. Это Сашин двоюродный брат. Ну-ка, посмотрите на меня, вы похожи? Угу. Что-то есть. На лавы ли ты? Что-то есть. Давно мечтали папа с дочкой потанцевать, а? Заметьте, с компота только веселые. С компота только веселые. Главное танцов. Молодец какой! Слышишь? Потом на ухо мне поставить.